Велик Господь, превознесен в могуществе, величие Его превыше всего. Он сотворил небо и землю Словом Своим. Небо возвещает славу Его, и небеса являют дело рук Его. Все, что создал Бог, было хорошо. Бог сотворил растения, породу их и всевозможных животных. Потом Он создал первого человека из праха земного и вдунул в него дыхание и дал ему жизнь. Первого человека звали Адам. Потом Бог сотворил Адаму женщину, быть его женой и подругой. Она была названа Евой. Бог создал мужчину и женщину по своему образу, чтобы они могли общаться с Ним и наслаждаться этим общением. Они счастливо жили в Божьем присутствии в чудесном саду, называемом Эдемом. Там не было ни страданий, ни смерти. Бог заповедал Адаму: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, кроме одного, ибо в день, когда ты вкусишь от него, умрешь». Но однажды дьявол искусил Еву. Она съела плод с дерева и дала мужу, и он тоже ел. Из-за этого постыдного поступка их отношения с Богом были разрушены. Бог свят, и грешники не могут жить в Его присутствии. Поэтому Бог изгнал Адама и Еву из Эдемского сада. Они стали жить в стыде, потому что ослушались Бога. В результате Адам, Ева и все их потомки были обречены на страдания, боль и смерть. Но Бог продолжал любить людей. Он уже приготовил для них путь, по которому они могли вернуться к Нему. В Писании Бог открывает свой план спасения человечества от греха, позора и заслуженного наказания, чтобы люди смогли жить в вечном общении с Ним. Бог открыл часть этого замысла Аврааму. Авраам доверял Богу и чтил его. Бог обещал благословить его, а через него и все народы земли. Он обещал дать ему множество потомков, как песок на берегу моря и как звезды на небе. Авраам поверил Богу. Благодаря вере Авраама Бог отметил его как своего праведного слугу, а люди назвали его другом Божьим. Однажды Бог испытал Авраама, чтобы увидеть, будет ли он доверять ему и повиноваться его заповедям. Он сказал Аврааму принести в жертву своего сына. Авраам знал, что через его единственного сына Бог обещал дать ему множество потомков, однако он доверился Богу и повиновался ему. Поэтому он приготовился принести своего сына в жертву Богу. Он занес нож. Но Бог сказал: «Авраам, не делай вреда мальчику. Я знаю, что ты боишься меня и послушен мне». Неподалеку в зарослях Авраам заметил ягненка. Тогда Авраам взял ягненка, посланного Богом, и принес его в жертву вместо своего сына. Когда Бог приготовил ягненка в качестве жертвы вместо сына Авраама, Он показал свою великую любовь к людям. Его любовь подобна любви заботливого отца к своему сыну. Он также открыл свой замысел спасения человечества через заместительную жертву за всех людей.
Много лет назад Бог сказал через пророков, что Он пошлет безгрешного человека как жертву, чтобы умереть вместо потомков Адама и избавить их от греха и позора. Его жертва откроет путь для тех, кто верит в Него, к жизни в вечном общении с Богом. Пророки называли этого человека Мессией. Они говорили, что Бог пошлет Мессию спасти людей, стать их царем и править ими вовеки во имя Всевышнего Бога. За много столетий до его прихода пророки точно предсказали, что исполнит Мессия и что с ним произойдет. Давид говорит, что Бог скажет о Мессии: «Ты сын мой». Пророки не имели в виду физическое родство. Титул «Сын Божий» указывает на близкие отношения Мессии с Богом и его роль спасителя и царя. Пророк Исаия сказал: «Дева приимет во чреве и родит сына». Это дитя, вечное Слово Божье, было послано родиться в образе человеческом, чтобы явить всемогущего Бога всему миру. Пророки также записали, что Мессия должен родиться в Вифлееме, войти в Иерусалим как царь, а также, что его близкий друг предаст его за 30 серебряных монет. Пророки предсказали, что Мессия принесет свою жизнь в жертву, но Бог воскресит его из мертвых на третий день. Пророки называли Мессию сыном человеческим и говорили, что он вернется в Божье присутствие, и Бог даст ему власть над всеми народами во веки веков. Две тысячи лет назад в этот мир пришел человек по имени Иисус. Когда окружающие видели то, что он совершал, они задавались вопросом: не Мессия ли это? Этот фильм рассказывает о том, кто такой Иисус, и о том, что он говорил и делал, как это записано в Писании. В этом фильме человек исполняет роль Иисуса. Хотя ни один актер не достоин этого, все же фильм был снят, чтобы мы могли узнать о жизни Иисуса и, научившись у Него, получить благословение, предназначенное Богом для нас. Рассудилось и мне при тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, имя же деве – Мария. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Как это будет? Ведь я дева. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим, и царству его не будет конца. И пошла Мария в город Иудин к родственнице своей Елисавете, которая после многих лет бесплодия ждала ребенка. Елизавета! Мария! Сестра моя! Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. Ибо когда твой голос услышала я, взыграл младенец радостно в чреве моем. Величит душа моя Господа! И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, ибо отныне будут ублажать меня все роды. Знайте, жители Назарета, вышло от римского императора Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле,
каждый человек должен записаться в городе, где были рождены его предки. Пошел Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Не было им места в гостинице, и обрели они пристанище в простом хлеву. В той стране были на поле пастухи. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. Родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И поспешили тогда пастухи и увидели младенца, лежащего в яслях, и разнесли добрую весть о рождении Спасителя. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус и принесли его в Иерусалим, чтобы представить его пред Господом. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром». «Ибо увидели очи мои спасение твое, это и есть избранный Божий. Будьте благословенны». Когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Каждый год родители Иисуса ходили по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей. «Чей ты мальчик, что задает такие вопросы?» «Он из Назарета. Мы думали, что он пошел с нами. Простите его дерзость». Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. «Чадо, что же ты сделал с нами? Отец твой и я с великой скорбью искали тебя». «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» И он пошел с ними и пришел в Назарет, и возрастал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и человеков. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне, и он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие! Как написано в книге пророка Исаии: «Глас вопиющего в пустыне! Приготовьте путь Господу! Прямыми сделайте стези ему! Всякий долг да наполнится!
всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И увидит всякая плоть спасение Божие. Что же нам делать? Да, скажи, вы что делать. Вы по рождению ехидны! Что же нам делать? У кого есть две одежды, отдай одну неимущему. У кого есть пища, делай то же. Учитель, мы сборщики налогов. Что нам делать? Ничего не требуйте более определенного вам. Мы воины, а нам что делать? Не отнимайте деньги силой. Не обижайте никого. Ни на кого не клевещите. Скажи нам, ты ли Христос? Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Дух Святой нисшел на Иисуса в телесном виде, как голубь. И был глас с неба глаголющий: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Исполненный Духа Святого, возвратился он от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем дьяволом и ничего не ел в эти дни, и напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Написано: «Не хлебом единым будет жить человек, но словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, все будет твое». Написано: «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его дьявол в Иерусалим и поставил его на крыле храма. «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедует сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Написано: «Не искушай Господа Бога твоего».
и возвратился Иисус в силе Духа в Назарет. Здравствуй. Здравствуй. Пришел Иисус по обыкновению своему в день субботний в синагогу. И позвали его прочесть из Писания пророка Исаии. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать время Господне благоприятное. Хорошо Он говорит. Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Исполнилось Писание? Но только Мессия может осуществить все это. Откуда нам знать? Конечно, вы скажете мне при слове: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что ты совершал в Капернауме. Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Этими словами Иисус заявил, что Он Мессия, Божий помазанник, посланный спасти свой народ. Но эти евреи не приняли его как Мессию и повели его на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился и пошел своей дорогой. И пришел в Капернаум, город Галилейский. Гнет римский был как никогда силен, и люди ожидали, чтобы Мессия пришел и освободил их от тирании. Мир тебе. Мир тебе, наставник. Выдержит ли меня лодка, Симон? Конечно. Он что, покидает нас? Говори к нам! Говори к нам! Говори к нам! Иисус, говори к нам! Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть того, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали и ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Симон, отплывите на глубину и закиньте сети свои для лова. Ох, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали.
Но по слову твоему, я закину сеть. Яков! Иоанн! Яков! Иоанн! Плывите сюда! Помогите нам словом! Быстрее! Мы не можем! У нас у самих полно рыбы! Достаточно! Довольно! Отойди от меня, Господи, потому что я грешный человек. Не бойся. Теперь будешь ловить человеков. Придите ко мне, выслушайте мои слова, и жива будет душа ваша. Ищите Господа, ибо можно найти Его. Призывайте Его, ибо Он близко. Нечестивый пусть оставит свой путь, и беззаконник помыслы свои. И да обратится к Господу, ибо Он многомилостив, и простит Он все грехи. Итак, вы выйдете с весельем, и будете провожаемы с миром. Он идет, смотрите, Он уже здесь! Иисус! Иисус! Прошу тебя, спаси мою дочь! Она умирает! Ей 12 лет! Иисус, пожалуйста, зайди ко мне! Иаир, послушай! Иисус! Твоя дочь умерла! Не беспокой зря учителя! Не бойся, только веруй, и спасена будет. Не плачьте. Она не умерла, но спит. Дитя, встань. Дайте ей есть, и о происшедшем никому не сказывайте. После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левий, сидящего у сбора пошлин. Следуй за мной.
те дни взошел он на гору помолиться и провел всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и назвал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Симона, прозванного Зелотом, Иуду, сына Иакова, и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и проклянут за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками их отцы. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Это все, что я имею? Что значит все, что я имею? Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Он не хочет быть богатым, он безумец. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все будут говорить о вас хорошо, ибо так принимали лжепророков отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке, подставь и другую. И отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. И всякому просящему у тебя, давай. И от взявшего твое, не требуй назад. И как хотите, чтоб с вами поступали люди, так и вы поступайте. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники делают то же. Он касается ее. Как он может говорить с ней? Она блудница.
Нет. Любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы всегда давайте, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как Отец ваш милосерден. Спаси нас, Иисус! Не судите, и не судимы будете. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Веди нас Твоей дорогой, Господь! Давайте и дастся вам. Какую меру мерите, такую же отмерится и вам. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Веди нас, наставник! Будь с нами, Господь! Блаженно чрево, носившее тебя, Господь наш! Блаженно слышащее Слово Божие и соблюдающее его! Хотел бы я знать, кто он. Ты думаешь, что он Мессия? Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом его, возлег. Уходите, дети, вы слышали, кому я сказал? Идите, уж они бы проказничали, где только могут. Что она здесь делает? Не знаю, зачем она пришла. Что она делает? Если бы он был пророком, то знал бы, какая женщина прикасается к нему. Ибо женщина — это грешница. Я знаю, кто она, Симон. Послушай меня. Два человека задолжали заимодавцу. Один 500 динариев, другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Который из них возлюбит его более? Думаю, тот, кому более простил. Да, верно. Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами омыла мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому прощаются грехи ее многие, потому что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Прощаются тебе грехи. Вера твоя спасла тебя. Иди с миром. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалина, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна,
и многие другие, которые служили ему имением своим. Иоанн обличил Ирода за то, что тот взял за себя Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, за что и заключен был Иродом в темницу. Ну что? Когда мы приблизились к воротам Наина, выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. Увидев ее, Господь жалился над нею и, подойдя, прикоснулся к одру и сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. Иди, спроси, ты ли тот, который должен прийти? Или ожидать нам другого? Наставник. Наставник. Иоанн Креститель послал нас спросить, ты ли тот, к которому должно прийти, или другого ожидать нам? Скажите Иоанну, что видели и слышали. Хромые ходят, слепые видят, и блажен, кто не усомнится во мне. Отец, подними меня, пожалуйста. Садись на плечи. Теперь видишь? Я вижу Иисуса. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано. И птицы поклевали его. А иное упало на камень. И, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод, плод во сто крат. Учитель, почему ты всегда притчами народу говоришь? Потому что вам дано знать тайны Царствия Божия. Опрочем, в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. А упавшее при пути – это суть слышащие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения они отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром сердце и приносят плод в терпении. Никто, зажегши свечу, не прячет ее и не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Учитель! Мать и братья твои стоят вне,
Желаю видеть тебя. Мать и братья мои, суть слушающие и исполняющие Слово Божие. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания он заснул. Где вера ваша? И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую напротив Галилеи. Иисус, Сын Бога Всевышнего, что тебе до меня? Умоляю, не мучь меня! Как тебе имя? Легион! Господь, прошу, не вели нам идти в бездну! Позволь нам войти в это стадо свиней. Эй! Куда вы? Стой! Стой! Бесы, вышедшие из человека... Назад! Вошли в свиней. Уходи отсюда! Убирайся, ты колдун! И вы уходите отсюда! Прочь! Убирайся вон! Я пойду за тобой куда угодно, чтобы мне быть с тобой. Возвратись. Поведай, что Бог совершил. Иисус с учениками удалился к городу Вифсаиде. Народ, узнав, пошел за ним, и он учил их.
На исходе дня Петр, приблизившись, сказал: «Учитель, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни и достали пищи, потому что здесь мы в пустынном месте». Вы сами дайте им есть. У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Благословен Господь Бог наш, который даровал хлеб земле нашей во славу свою! Чудо! За кого почитает меня народ? Почитают тебя за Иоанна Крестителя, а иные почитают за Илью. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес и пришел на землю. А за кого вы почитаете меня? За Христа Божия. Никому не говорите об этом. Сын человеческий пострадает и будет отвержен, и будет убит, и в третий день воскреснет. Кто последует за мною? Я пойду за тобою, Господи. Но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Возложивший руку на плуг и озирающийся назад неблагонадежен для Царствия Божия. И если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой. Ибо кто хочет душу сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда придет во славе своей, и Отца, и святых ангелов. Есть среди вас, которые, не вкусив смерти, уже увидят Царствие Божие. По прошествии 8 дней, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться.
И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Ты совершишь Божие определение и примешь смерть в Иерусалиме. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи». Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Учитель! Учитель! Умоляю тебя, взгляни на моего сына! Пожалуйста, помоги! Он один у меня. Я просил учеников твоих помочь, но они не могли. О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына. Даже лицо его исцелилось. Какое чудо! Господи, научи нас молиться, как Иоанн учил учеников своих. Когда молитесь, говорите: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и всякому стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень или змею вместо рыбы? Если вы умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный
даст Духа Святого просящим у Него. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть. Не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на локоть? Если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но Соломон во славе своей не одевался так, как всякая из них. Если Бог траву на поле, которая завтра будет брошена в печь, так одевает, то тем более оденет и вас. Вас, маловеры. Господи, умножь в нас веру. Если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Чему подобно Царствие Божие? Зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Я не понимаю, о чем он говорит. Зачем вы идите и пьете с этими мытарями и грешниками? Нездоровые имеют нужду во враче, а те, кто болен. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Расскажи о Царстве Божьем. Что оно такое? Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище неветшающее и сокровище на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Женщина, ты освобождаешься от недуга своего. Смотрите, смотрите, она исцелилась! Это чудо! Смотрите, она исцелилась! Слава Господу! 18 лет! Да сохранит тебя Бог, рави! Есть 6 дней, в которые должно работать. В те дни и приходите исцеляться, а не в этот день, субботний. Лицемеры! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в субботу?
Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что называешь меня благим? Никто не благ, спасает только Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай своих мать и отца. С самых юных лет я соблюдал все до единой заповеди. Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Тогда приходи, следуй за мной. Но я же купец, я богат. Трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие. Кто же может спастись? Невозможное человеком, возможно, Богу. Скажи, когда же придет Царствие Божие? Не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут, вот оно там или вот здесь. Ибо Царствие Божие внутри вас. Придут дни, пожелаете видеть хоть один из дней Сына Человеческого, и не увидите. Ибо как молния сверкает от края до края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженным родом сим. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Что делать нам? Что Писание говорит? Как ты понимаешь его? Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, со всей силой и всем умом, и ближнего, как самого себя. Так поступай, и будет жизнь вечная. А кто мой ближний? Ну, не те войны. А кесарь кто? Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые ограбили его, изранили и ушли. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. Он перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, дал 2 динария содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я отдам тебе». Кто из этих троих был ближний ограбленному, как думаешь? Оказавший ему милость. И ты поступай так же. Оп! Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто принимает меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. Идет. Что происходит? Это Иисус из Назарета только что прошел здесь. Иисус!
Чего ты хочешь от меня? Я прозреть хочу. Прозри. Вера твоя спасла тебя. Я вижу. Я вижу. Я вижу. И проходил по городам и селениям, и учил на пути в Иерусалим. Народ собирался повсюду, чтобы послушать учителя. Он воистину пророк! О, Господи, спаси меня! Спаси! Господь мой, наставник, спаси меня! Слава Господу! Укажи нам истинный путь, Господи! Иисус вошел в Иерихон. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, но не мог за народом, потому что мал был ростом. Он влез на смоковницу, чтобы увидеть его. Слезай, Закхей! Сегодня надобно мне быть у тебя. У меня? Кто захочет войти в его дом? Откуда Закхей знает Иисуса? Слушайте, половину имения моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, то воздам им вчетверо. Я не верю глазам своим. Мытарь, раздающий обратно собранное им. Невероятно! Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он есть сын Авраама. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Слушайте. Мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и поругаются, и оскорбят Его, и оплюют, и будут бить, и распнут Его. И в третий день Он воскреснет. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Учитель, прикажи своим ученикам замолчать. Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Мир, честь, слава! Когда Иисус приблизился к Иерусалиму, то, увидев его, заплакал о нем. Иерусалим,
если ты хотя бы в этот день узнал, что служит к миру твоему. Но это сокрыто от глаз твоих, ибо придут дни, когда враги обложат тебя окопами и стеснят отовсюду, и окружат и разорят тебя, побьют детей твоих и не оставят камня на камне, ибо ты не узнал времени посещения твоего. Святое здание храма в Иерусалиме превратилось в место торговли, а не поклонения. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. Он бежит к моим животным. Задержите! Задержите его! Где стража? Приведите стражу! Возмущение среди первосвященников, книжников и старейшин возрастало, ибо народ провозглашал Иисуса царем. Многие уже объявили его царем. Царем? Ха-ха! Царь воров, нищих, блудниц. Мы уже видели таких. Они приходят, предъявляют права и уходят. Они забыты. Не заблуждайте. Множатся его последователи. Люди верят ему. И верят, что он царь. Я предупреждаю вас, если беспорядки будут продолжаться, вы будете в ответе. Возможно, он прав. Нужно остановить галилеянина. Первосвященники, книжники и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно следовал за ним. В храме Иисус увидел бедную вдову, которая пожертвовала 2 медные монеты. А что ж так мало? Говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. Скажи нам, какой властью ты это делаешь? Кто дал тебе сию власть? Спрошу и я вас. Скажите, крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Что нам сказать? Если скажем с небес, то он скажет: что ж, не поверили ему. А если скажем от человеков, народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн был пророком. Не знаем, откуда была власть его. И я не скажу вам, какую властью это делаю. Один человек насадил виноградник и отдал виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время он послал к виноградарям раба, чтобы дали ему плодов из виноградника. Но виноградари жестоко избили раба и прогнали, и послал другого раба. Но они и этого, прибивши и обругавши,
отослали ни с чем. И еще послал третьего, но не и того изранивши выгнали. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может, увидевши его, устыдятся? Но виноградари, увидев сына, рассуждали так. Это наследник. Убьем его, и наследство будет наше. Что было дальше? И выведши его из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется. А на кого упадет тот камень, того в пыль раздавит. Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь. И не смотришь на лица, но истинно пути Божию учишь. Ответь, или это против закона для нас давать подать римскому императору? Будь осторожен, Господь! Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись? Кесарево! Итак, отдавайте кесарю все, что кесарево, а Богу все, что Божие. Что вы на это скажете? Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием. Благословен ты, Господь Бог наш, даровавший нам сии плоды виноградные. Примите ее и разделите между собой, ибо не буду пить от плода виноградного, доколе не приидет Царствие Божие. Благословен ты, Господь Бог наш, даровавший нам сей хлеб земли нашей. Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание. Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается. Не может быть! Не может быть! Невероятно! Назови предателя, Господи! Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий,
Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы пребывали со мною в напастях моих. И так же, как мой Отец дал мне власть надо всем, я дам вам такую же власть, и вы будете есть и пить за моим столом в моем царстве и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. Тогда нет среди нас предателя. Симон, Симон, вот, сатана, дабы искусить вас, просил просеять вас, как пшеницу, отделить хороших от плохих. Но я молился, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, обратившись, утверди братьев твоих. Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как трижды отречешься, что не знаешь меня. Когда я посылал вас без сумы, имели вы в чем недостаток? Нет, ни в чем. Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо исполнится, что сказано в Писании, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу. Смотри, Господь, вот два ножа. Довольно. Искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. И вошел сатана в Иуду Искариота, который был один из 12. И сговорился Иуда со старейшинами, как схватить Иисуса. Иисус вышел из Иерусалима и пошел на гору Елеонскую помолиться. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Иуда Искариот предал Иисуса за 30 сребреников. Иисус знал, что час его смерти за грехи людей близок. И он молился. Отче, ой, если бы ты благоволил, пронесь чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение.
Иуда. Целованьем ли предаешь сына человеческого? Господи, не ударит ли нам мечом? Сюда, взять его! Стойте, довольно! Это чудо! Как на разбойника вышли вы с мечами и кольями. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы. Возьмите его! Следите за ним. Солдаты, охранявшие Иисуса, издевались над ним и били его. Ну что? Вот мой отец царя! Ну скажи нам, что будет! Ну что? Ты спасешь нас, великий царь! Ты спасешь нас! И этот был с Иисусом? Нет, я не знаю его. Я видела их вместе. Мы твои покорные слуги. Окажите мне милость! А ведь ты один из них. Нет, я не из них. Слушайте, я видел, этот был с Иисусом, и он галилеянин. Да отвяжись. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Тогда Иисус взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». Господи, прости меня грешного. О, как я согрешил. Господи, о прощении молю тебя. Ты прощал отцам нашим, когда отвергали слово твое. Даже когда ты гневался на них, ты не истребил их. Ты из любви твоей к ним и завета твоего жалел их. Прости и меня. О, кто тебя ударил? Предскажи, кто следующий ударит? А? Стойте! Стойте, я говорю! Ведите его на совет! Пошли! Синедрион собрался, чтобы допросить Иисуса.
Скажи, значит, ты есть Христос? Если скажу, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. Так значит, ты Сын Божий? Ты говоришь, что я. Человек, какое же свидетельство еще нам нужно? Да, богохульник. Виновен. Как он смеет? Мы сами слышали из уст его. Человек не в себе. Отведем его к Пилату. Да, забирайте. Иди! И они, связавши Иисуса, отвели его к Пилату, самому жестокому римскому наместнику. Чего вы хотите от меня в такой ранний час? Мы нашли, что он развращает народ наш. Он возмущает народ, уча по всей Иудее. Какое будет ему наказание? Казнить его! Я не нахожу никакой вины в этом человеке. Он виновен. Он запрещает давать подать кесарю. Называет себя Христом и царем. Царем? Ты царь иудейский? Ты говоришь. Он учит по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. От Галилеи? Разве ты галилеянин? Пусть тогда Ирод разберется с ним. Ведь Ирод сейчас в Иерусалиме. К Ироду его! Так кем ты себя называешь? И кто те, кого ты зовешь апостолами? Про тебя говорят, что ты чудеса можешь творить. Сделай для меня одно. Мой господин, он разлагает умы всех людей. Он зовет себя царем. Царь? Он царь? Великий царь. Наказать его. Ведите его к Пилату. Пусть он решает. Я ничего достойного смерти не нашел. Я велю высечь его и отпустить.
Ты должен помиловать одного узника по случаю праздника. Отпусти нам Вараву. Да, да. Вараву. Конечно. А этого казни. Да, отпусти нам Вараву. Распни его! Распни его! Ты, бичевать его! Поднять его. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И Пилат решил по просьбе их отпустить посаженного за возмущение убийца Вараву, а Иисуса предал в их волю на распятие. Отойдите от него! Расступитесь, уйди с дороги! Иди быстрей! Встать! Встать! Ты! Как тебя звать? Я Симон Кириньянин. Ты понесешь. Режьте веревки! Ты вставай! Иди! Плачем о тебе, Господи, плачем, пей, пей. Пей, Господь. Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Спаси тебя, Бог. Мы будем молиться за тебя. Шевели! Давай сюда, давай! Быстрее! Быстрее! Теперь иди ты! Ну, давай, быстрее! Пошел! Скорее! Шевели! Пошел! А теперь ты давай! Вперед! Thank you.
Кончай с этим! Прости им, отче, ибо не ведают, что творят. Других спасал. Пусть спасет себя самого. Спаси себя, если ты Христос, сойди с креста. Сотвори чудо для себя! И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев одного по правую, а другого по левую сторону. Так исполнилось предсказанное через пророков Божьих сотни лет назад. Это не простая одежда, а чудотворная. Вот, давай, давай, давай. Нет, не рви ее, это мое. Слушайте. Давайте разыграем ее. Давай. Эх, повезло! Что ты с ней будешь делать? И прибили над ним надпись, которая гласила: «Сей есть царь иудейский». Спаси себя, если ты царь иудейский. Если ты Христос, спаси себя и нас. Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?
А он ничего худого не сделал. Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Истинно говорю, ныне же будешь со мною в раю. Был полдень, и сделалась тьма по всей земле до часа третьего. Померкло солнце, и завеса в храме разорвалась посередине. Отче, в руки твои предаю дух мой. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: Господи, истинно, этот человек был Сын Божий. Некто именем Иосиф из Аримафеи, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в деле их, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. День тот был пятница, и наступала суббота. Прости нас, мы следуем за телом Господа нашего. Хорошо, как хотите, но скорее, суббота наступает. Первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу. Они нашли камень, отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Что?
Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам: «Сыну человеческому надлежит быть предану в руки грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». Господа нашего нет. Что? Тела Господа нет? И вдруг два мужа в одеждах блистающих предстали перед нами и сказали: что вы ищете живого среди мертвых? Это правда. Его там нет. Это правда. Пуста была гробница, и тело Господа нашего не было там. Петр, ты должен верить нам. Иисус также явился двум ученикам. Они немедленно вернулись к остальным поделиться волнующим известием. Господь истинно воскрес. Он явился Симону. Он шел с нами, но мы не знали, кто это. Но в преломлении хлеба мы узнали его. Иисуса? Как он там оказался? Мир всем вам. Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на ноги и руки мои. Видите, это я сам. Коснитесь меня. Ибо дух плоти и костей не имеет. Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Там написано: Мессия будет страдать и воскреснет из мертвых в третий день. И во имя Его проповедано быть покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели всему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас, а вы оставайтесь здесь, доколе не облечетесь силою свыше. Благословит вас Господь. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Много лет назад пророки записали в Писании, что Бог пошлет Мессию спасти грешников и примирить их с Богом. Жизнь Иисуса ясно показывает, что Он –
действительно тот Спаситель, которого Бог обещал послать в мир. Пророк Исаия написал: «Дева приимет во чреве и родит сына». Так и случилось. Силой Божьей Мария, девушка, забеременела и родила Иисуса. Как и было предсказано в Писании, чудесное рождение было знаком от Бога, что этот ребенок был Мессией, тем, кого Бог назвал своим сыном. Когда люди видели Иисуса, они видели воплощенного Бога и Его силу. Он исцелял людей, прощал их грехи и обещал им место в своем вечном царстве. Иисус пожертвовал своей жизнью и понес наказание за всех людей. Потом Он воскрес, показывая, что Его власть больше, чем сила смерти. Иисус Мессия сказал: «Я имею власть отдать свою жизнь и власть снова принять ее». Жизнь Иисуса стала исполнением слов пророков и подтверждением того, что святое Божье Слово истинно и неизменно, как они и утверждали. Иисус также сказал: «Слова Мои не придут». Иисус пришел, чтобы дать нам жизнь в избытке, как было в начале, когда Бог сотворил первого мужчину и первую женщину. Но они не поверили Богу и ослушались Его повеления. Этот поступок разделил их с Богом. В Писании сказано: «Все согрешили», и «Наказание за грех – смерть». Согрешившие люди не могут жить в общении с Богом. Но так же, как Бог предусмотрел ягненка в жертву вместо сына Авраама, Он послал Иисуса умереть вместо потомков Адама. Он сделал это, чтобы те, кто верит и возлагают свою надежду на Иисуса, могли снова прийти в присутствие Божье. Поэтому каждый, кто последует за Иисусом, избежит наказания ада и будет вечно жить с Богом. Когда Иисус воскрес из мертвых, Он сказал Своим ученикам: «Во всех народах будет проповедано во имя Мое, что Бог прощает грехи тех, кто раскаивается и обращается к Нему». Иисус также сказал, что Он даст Своим последователям Святого Духа Божьего, чтобы Он был с ними, явил им истину и дал им силу следовать за Богом. Когда грешница покаялась и последовала за Иисусом как своим Господом, Иисус сказал ей: «Прощаются тебе грехи твои, вера твоя спасла тебя». Иисус говорил, что когда люди истинно любят Бога, это и есть свидетельство того, что Бог простил им их грехи. Иисус Мессия призывал людей следовать за Ним. Те, кто решил стать последователями Иисуса, могут начать свои отношения с Ним словами этой простой молитвы: «Боже, Ты велик и свят. Благодарю Тебя за то, что Ты любишь меня. Я сожалею о том, что ослушался Твоих заповедей и согрешил против Тебя. Благодарю Тебя, что Ты послал Иисуса умереть на кресте вместо меня, и что Он воскрес из мертвых. Благодарю за то, что Он взял на Себя наказание за мои грехи. Я хочу следовать за Тобой и уверовать в Иисуса как моего Спасителя и Господа. Я благодарю Тебя за то, что Ты простил мои согрешения, дал мне возможность прийти к Тебе и быть вечно в Твоем Царстве. Я прошу Тебя дать мне Твоего Святого Духа, чтобы Он пребывал со мной и указывал мне путь. Я хочу, чтобы Он дал мне силу любить Тебя всем сердцем и жить жизнью, угодной Тебе. И пусть люди повсюду в мире воздадут Тебе славу. Аминь». Иисус сказал о Своих последователях: «Паства Моя слышит Мой голос, Я знаю их, и они идут за Мной». Ученики Иисуса собираются вместе. Они говорят с Ним каждый день, изучают Его слова в Писаниях, стремятся следовать Его примеру и говорят о Нем другим. Иисус направляет их и укрепляет их силой Божьего Духа, живущего в их сердцах.
Они помнят, что сказал Иисус своим последователям перед своим вознесением на небеса, где Он восседает на троне. «Дана мне вся власть на небе и на земле. Вот я с вами во все дни до скончания века».